пожарные, спасающие людей из огня, полицейские, защищающие граждан от правонарушений, солдаты, защищающие свою страну. Но что если я скажу, что иногда нужна очень большая смелость для того, чтобы исповедовать Бога, для того, чтобы сказать другим, что ты служишь Богу. В нашей жизни бывают такие ситуации, когда наша преданность и наша вера в Бога сталкиваются с испытанием. И в Библии подобные ситуации мы можем найти в книге Даниила, в 3 главе. История повествует о золотом истукане, которого построил Навуходоносор для того, чтобы ему все поклонились. И царь издает указ, чтобы весь народ, все военачальники, все власть держащие собрались ко двору царя, и когда услышат звуки музыки, поклонились этому истукану. На эту встречу приходят и три друга: Анания, Мисаил и Азария. И они каждый, скорее всего, находились в группе той области, в которой их назначили управляющими. Обычно, когда мы вместе, когда у нас поддержка друзей, то мы ничего не боимся. Но в этой истории Анания, Мисаил и Азария, возможно, стояли в разделении друг от друга. И когда зазвучала музыка, как говорится, 7 стих, поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цифры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор, царь. Но, читая далее, мы видим, что эти трое юношей, трое друзей, они единственные, не поклонились золотому истукану. И тут же нашлись доброжелатели, которые с радостью сказали царю, что: «Царь, а ты знаешь, что есть трое людей, которые не слушаются твоего указа, они не поклоняются твоему истукану, не служат твоему Богу?» Царь с 13 по 15 стих мы видим реакцию царя на такие новости. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем.
И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Мы видим, что Навуходоносор дает им второй шанс. Думая, возможно, о том, что они не расслышали того приказа, который он издал. И далее мы видим, что друзья, имея огромную смелость, исповедуют, открывают то, что они служат только одному истинному Богу. Это стихи 16 по 18. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. И 17 стих ключевой во всей этой главе. Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей, царь, избавит. Если же и нет, и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим не служим, и не будем золотому истукан, которого ты поставил, поклоняться. Мы знаем, что Навуходоносор был весьма вспыльчивым царем, и для того, чтобы ему перечить, нужна очень огромное мужество и смелость. Но мы видим, откуда Сидрах, Месах и Авденаго черпают свое мужество. Они черпают его в уверенности того, что Бог, которому они служат, Он способен их защитить. Далее описывается гнев Навуходоносора. И он приказывает разжечь печь в 7 раз сильнее и бросить их туда. И 22 стих говорит: и как повеление царя было строго, печь распалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросили Сидраха, Месаха и Авденаго. Эти три мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь, связанную. Мы видим, что приказ царя исполнен. Трех друзей наказывают, но их вера оправдывается. И далее с 24 стиха и по 27 стих описывается то, что увидел Навуходоносор в печи. И говорится, 24 стих говорит: Навуходоносор царь изумился и поспешно встал, сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они отвечали царю: истинно так, царь. На это он сказал: вот я вижу четырех мужей связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И четвертого подобен Сыну Божьему. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя, усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Эта история, эти стихи показывают, что надежда их была подкреплена тем, что
Господь защитил их от огня. И с 28 по конец главы мы видим, реакцию царя о том, и царь уверовал в то, что Бог Сидрака, Месаха и Авденага является всемогущим и истинным Богом. Из этой истории мы можем вынести уроки для нашей сегодняшней жизни. В нашей жизни тоже могут быть ситуации, которые могут испытывать нашу преданность ему. И на работе среди неверующих, возможно, в учебном заведении, мы можем проявлять и доказывать свою веру в Бога нашим добрым поведением, нашим добросовестным отношением к тому, что от нас требуют. Я знаю одного брата, который на работе среди неверующих, он добросовестно исполнял свою работу, и однажды, когда на складе рассыпались болты, он их взял, аккуратно собрал и поставил на полку. И многие его коллеги спрашивали: «А ну тебе что, надо? Ты что, самый крайний здесь поднимать?» Но он говорит: «Нет, это мое добросовестное отношение, это мое служение для других, так как я хочу послужить другим так же, как и Христос послужил мне, спасший меня». И благодаря этому он заслужил уважение у своих коллег, заслужил уважение у начальства, и благодаря этому он добился успехов. Этот пример может послужить вдохновением для того, чтобы и нам добросовестно служить другим людям, помогая им. Тем самым, возможно, как и в истории с Сидрахом, Месахом и Авденагой, мы можем привести наших коллег, наших начальников к Богу, показывая то, насколько велик и добр наш Бог. В заключение я хотел бы сказать: давайте будем черпать нашу смелость и силу в Слово Божьем. Бог, которому мы служим, Он действительно может избавить нас от печи огненной.